каждого из нас есть шанс. Что такое благословение? Благословение – это успех. И счастливые люди. И счастливые люди – это те, кто пошли за Иисусом. За Иисусом. За Иисусом. За Иисусом. Это те, кто пошли за Иисусом. Бог предназначил нам благословение. Что такое благословение? Если хотите, это жизнь в раю. Я, благословляя, благословлю тебя. И ты будешь всем благословением. Счастливые люди – это те, кто пошли за Иисусом. И тема моей сегодняшней проповеди звучит так. Бог выводит. Бог выводит из долгов. Бог выводит из болезней. Бог выводит из проклятия. Бог выводит из нищеты. Бог выводит из всяких тупиков, Бог выводит из всякого греха. Это истина, это правда. И куда бы ты ни попал, в какой бы ты ситуации ни был, даже если тебе кажется, что все безнадежно, я тебе скажу, Бог может вывести из любой ситуации. Это истина, это правда. Это правда. У верующего всегда есть шанс. Пусть бедный говорит, что он болен. Пусть слабый говорит, что он силен. Если дальше добавить, можно сказать, пусть больной говорит, что он здоров. Поймите, не важно, в каком я положении нахожусь. Важно, как я к этому положению отношусь. Подними руку, скажи, я верующий. Я верующий. Аминь. 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 Бог, ты великий и святой, я счастлив, что я могу славить тебя, поклоняться тебе, величать тебя. Хочет, чтобы мы все узы дьявольские расторгли и стали свободными людьми.
свободный, он будет славить Бога. Аминь. Если я вырвался из плена, я не могу молчать. Я буду кричать, кричать и говорить: мой Бог великий, мой Бог святой, мой Бог творящий чудеса. И вера наша, она приводит в движение нашего Господа. И когда приходит Иисус, Он приходит для того, чтобы все узы рабства расторгнуть. Если ты веришь, Бог будет двигаться в твоей жизни. Если Иисус есть в твоей жизни, ты будешь на свободе. Если Иисус пришел в твою жизнь, ты будешь свободным человеком. Если Иисус пришел в жизнь своих детей, я говорю, они будут свободными людьми. Слушай, ты должен жить в вере. Ты должен слушать правильные проповеди, ты должен читать правильно Библию. Бог принесет 100% здоровье в твою жизнь. Это истина, это правда. И написано: те, кто надеется на Бога, их жизнь будет обновляться. Обновляться, 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 обновляться. Когда приходит Иисус, начинается выход из всякого рабства. Бог дал нам власть называться и быть кем? Детьми Божьими. 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 Если я хочу в своей жизни что-то достичь, прежде всего, мне нужно изменить мнение о себе. Итак, ничего в твоей жизни не изменится, прежде чем ты не изменишь мнение о самом себе. Аминь. Если ты в душе миллионер, ты будешь миллионером. Если ты в душе здоровый человек, ты будешь здоровым человеком. Если в душе у тебя проект здоровой, счастливой семьи, у тебя будет здоровая, счастливая семья. Когда ты выходишь за рамки своего прежнего разума, Бог начинает творить в твоей жизни чудеса. Чудеса, 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 чудеса. Это проклятие жить с откровением, я как все. Я особенный. Особенность, она приносит возможность к развитию. К развитию. Задумка Бога заключалась в том, чтобы на земле поднять миллионы людей оригинальных. А если ты как все, у тебя будет все то, что у всех. Наша особенность для того, чтобы поднять себя. Послушайте, за настоящее Божье видение ты будешь платить цену. 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 Ты будешь платить цену.
Слушай, если ты хочешь жить как все, тебе не надо ничего платить. Бесплатно. Но если ты имеешь настоящее видение от Бога, то знаешь, номер один – это ты особенный. Раз. Номер два – это что? Видение. Бог дал видение. Потому что написано, что Бог производит нас хотение и действие по своему благоволению. Я знаю, что у Бога есть особый план для моей жизни. Друзья, послушайте, о чем моя молитва сегодня. Я очень бы хотел, чтобы каждый из вас освободился от всякого комплекса неполноценности. Неважно, откуда он пришел. С детства, с церкви, с семьи, с места работы, от прошлой жизни. Послушай, неважно, откуда он пришел. Ты должен вдолбить в свою голову одну первую мысль. Я не странный, я особенный. Здесь, на этом месте, полное царство Духа Святого. Здесь нет места дьяволу, здесь место Духу Святому. Духу Святому, Духу Святому, Духу Святому. Тема моей проповеди такая: отцы и священники. Есть две категории людей, которые могут повлиять на твою жизнь. И если на твою жизнь хорошо не повлияли отцы, то поверь мне, это не есть проблема, это не есть тупик. На твою жизнь хорошо могут повлиять священники. Любой ребенок, который рождается, это рождается уникальная божественная личность. И для любого ребенка у Бога есть уникальная и великая судьба. Скажи, великая судьба. Для тебя есть великая судьба. Если какой-то негативный код, негативная какая-то вещь действует над твоей жизнью, мы это обязательно сломаем во имя Иисуса Христа. И ты станешь процветающим человеком, ты станешь счастливым человеком. Послушай, Бог не приготовил нас для мучений. Мучения для дьявола и для грешников. А праведные, они будут радоваться. Они будут веселиться в Боге. У них будет жизнь и жизнь с избытком. Аминь. Что бы ты ни делал, единственный, кто может раскодировать то, что закодировали родители, это человек, обладающий Божьей духовной властью. Духовной властью. Вот почему из конченных наркоманов мы делаем депутатов во имя Иисуса. Вот почему из людей, которые умирали от рака, мы делаем помазанных проповедников. Вот почему мы поднимаем сильных семейных людей, у которых множество детей. Бог дал нам власть изменить нашу жизнь и изменить ее в правильном настроении, в правильном понимании. Но я знаю, что в новом поколении из тебя сделают великого человека во имя Иисуса. Мы раскусили принцип раскодирования. И мы раскодируем всякий негативный код, который дьявол через каких бы то ни было людей произнес на твою жизнь. Я говорю, твоя жизнь изменится.
И если в твой разум были вложены негативные вещи, и они там записались, я тебе говорю, теперь в новый разум будут вложены сильные Божьи вещи, и они там запишутся. Бог говорит, что силой Духа Святого через наше служение вы будете получать записанное на скрижалях сердце откровение Божье. Ты не теряешь здесь время. Ты здесь делаешь шаг. Победе и к своему успеху, и к своему благословению. Дух Святой – это личность, которая дает себя ощущать. Аллилуйя! Аллилуйя! Дает себя ощущать! Ощущать! Дает ощущать! Послушай, Дух Святой – это не просто что-то абстрактное. Дух Святой – это конкретная личность. И помазание – это когда ты чувствуешь Духа Святого. Обязательно должен наполнять свой разум истиной Божьей. Истиной Божьей. Пусть елей Божий не оскудевает. Пусть никогда не будет скудости в помазании. Пусть никогда не будет скудости в мозгах. Аминь. Нам нужны люди с полноценным божественным мышлением. Нам нужны люди, которые имеют мудрость, ходящую свыше. И эта мудрость, она изменит эту землю. Изменит эту землю. Все! Мы отказываемся от старого. Мы отказываемся от привычного. Мы отказываемся от всяких родительских кодировок. Мы сегодня открыты для нового мышления. Нет тупости! Нет глупости! Просвещение мозгов через елей Духа Святого. Все! 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 Тема моей сегодняшней проповеди будет звучать так. Уроки веры. Все, что дает Бог, Он дает поверь. Вера, она двигает горы. И если человек приходит в церковь, самое главное, что он может здесь взять, это веру. Верующему все возможно. С верой можно все. Если у тебя семья разрушается, с верой можно ее восстановить. Если твои родственники раком больны, верой можно рак исцелить. Если человек в финансовых проблемах, в тупиках финансовых, верой ты можешь стать процветающим. Верой.
можешь выйти из всякого финансового кризиса. Если ты сегодня находишься под какими-то демоническими силами, дьявол над тобой издевается, проклятие, тебе не везет в жизни, ты видишь, одна неудача за другой, одна проблема за другой идет. Написано, противостой дьяволу твердой верой, и он убежит от тебя. Поймите, церковь создана для того, чтобы учить людей верить. Основная задача – научиться верить. Потому что если ты научишься верить, тогда в твоей жизни начнет действовать Библия. А Библия говорит – все возможно верующим. Потому что верующий человек – это великий человек. Верующий – это тот, кто Бога с небес приводит в свою жизнь. Верующий человек – это тот, кто двигает горы. Верующий – это тот, кто может загнать дьявола на край географии своей жизни. Написано «Противостой дьяволу». Чем? Твердой верою. И он убежит от тебя. Он не сможет действовать в твоей жизни. У него не хватит духу, не хватит силы. Единственный способ разрушить все плохие вещи — это верить. Из духовного мира, болезни, проклятия, всякое рабство, всякий контроль, они подчиняются вере. Вы знаете, что финансы тоже вере подчиняют? Если ты хочешь иметь процветание финансовое, ты должен быть верующим, ты обязан быть верующим. Послушай, если ты в руках держишь Библию, это не просто книга, это слова самого Бога. И сегодня Бог, обращаясь к людям, Он говорит им через эту книгу. Он свидетельствует им через эту книгу. Потому что здесь записаны все слова Божьи. Если человек имеет правильное отношение к Библии, у него будет потрясающая вера. Когда человек верит, ему не надо смотреть. Он убежден в том, что он сказал. И вот как выглядит вера? Вера таким образом выглядит. Ты сказал, и ты уверен в том, что это слово произведет свою работу. Ты продолжаешь верить в слово. Слово! И вера в него имеет потрясающую силу. Если ты сказал, и не сомневайся, Бог это сделает.
Царство Божье – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Царство Божье внутри нас есть. Ты можешь из проклятий перейти в благословение. Молись из своего сердца. О, Сиала, Дила Машита Лере. Ti la rama singe, te la rama shanta lale, ti la rama soto lo, malisi svojo srce, svojo srce. Я пойду в благословение. Друзья, мы должны полюбить благословение. Если даже от тебя исходило проклятие, у тебя сегодня есть шанс, чтобы от тебя шло благословение. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Yeah. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Yeah. Блажен время Господу действовать. Приходит время Господу действовать. Приходит время Господу действовать. Аллилуйя! Поставь ему великую, потрясающую славу. С проклятием. Не смиряйся с неудачей. Если даже на тебе сильное проклятие, это не должно помешать тебе взять сильное благословение. Молись своего сердца.
я пойду в благословение. Друзья, мы должны полюбить благословение. Если даже от тебя исходило проклятие, у тебя сегодня есть шанс, чтобы от тебя шло благословение. Возле нас, он уходит рядом. Очень благословение. Потому что мы же верующие люди, мы же Божий народ. Аминь. Приходит время Господу действовать. Приходит время Господу действовать. Приходит время Господу действовать. Воздай ему великую, потрясающую славу. Поклонников. Перелетными птицами мысли улетают, чувствами теплыми след свой оставляют. День за днем, новый жизни поворот, за победу награда. А что же еще надо, пройдя через победу, я иду по снегу. Хочу завтра проснуться, миру людям улыбнуться, но мне не надо славы, я достиг своей награды. Дом и супругу, верность старого друга, чувства бьют ключом. Иду своим путем, заросла травой, дорога домой. Сжимаю
колотит, потевший рукой в минуты счастья. Господь с тобой, новое время идет, весну и лёсю несет. Я ищу в себе ответ, ищу тьму, ищу свет. За плечами горы, но не опыта, за плечами годы. Но не то сюда, я хочу не просто жить, пыль ногами месить. Я хочу жить собой, жить своей судьбой. В окна дождь бьет, да, мысли полет. А бурями дождями совершаем жизнь, заход, новое время идет. Весну и лёсю несет. Я ищу в себе ответ, ищу тьму, ищу свет. Сжимаю колосы, вспотевший рукой, минуты счастья. Господь с тобой, я хочу не просто жить, пыль ногами месить. Я хочу жить собой, жить своей судьбой. Будь.